Потому что это так. Ну да, про это. Есть какой-то лимит? Нету лимита. Какие лимиты? Блин, подожди, я включу. Я, кстати, охуел. Я узнал то, что у нас главный врач, он, блядь, белорусский. Если бы он, говорит, что стрим идет, он, наверное, там из-под дивана сегодня. Не, он не может говорить. Ну, я так и понял, что из-под дивана. Из-под тишка. Короче, что, стрим пошел или нет? А, идет. Да, он в чате стрим идет. Значит, это, скажи всем привет. Посвященные финалу суперчемпионата по двойному дракону. Тем более первой его части, которую в глаза никто на приставке не видит. Почти никто. Режим файтинга, но в принципе файтинг там он не особо файтинг, но зато поржать можно вполне. И некоторыми персонажами вполне прикольно там подраться, пофыгать. Вполне зрелищно смотрится. Главное, там музыка офигенная. Она как раз сглаживает все недостатки игры, которых там, в принципе, много. Недостаток, что только можно одинаковыми персонажами играть, ну, в принципе, знаю любовь наших участников играть в футболе одинаковыми командами, наверное, они это недостатками не особо считают. Ну и задротство не будет. Игра на отъебись, поэтому нормально. Ну да. Да. Истабан, давай, давай уже. Пару офигенных встреч я видел. Истабан ставит улыбку. Пару офигенных встреч я видел. То есть что-нибудь можно выжить из этого движка первого двойного дракона. Так ты забыл сказать, то что этот первый двойной дракон это порт с аркадного автомата. Да. То есть изначально компания Technos, она была нацелена на аркадные автоматы, и все ее первые игры, они были на аркадных автоматах. Вот. И то, что они решили портировать вселенную Double Dragon на Денди, это был такой, ну, не то, что уже был ход, а они просто следили за развивающимся рынком Денди и решили туда портировать ее. Это был неудачный ход, потому что я играл в Double Dragon 1 в эмуляторе игрового автомата. Ну, в эмуляторе маме. Маме есть такой эмулятор, там она, конечно, охуенно, она просто охуенно, да. Мне да, ну, я вот, по-моему, вторую часть что-то вот выискал на автомате, она же тормозит там по-страшному. Или эмулятор я какой-то не такой нашел, или что? Все, я запись поставил. Так, стойте, я, наверное, к третьим зайду, раз я с тобой. Ну, давай. На Мураша? Да, прошу. Так. Так. Ну, в принципе, готово. Два записи стоят. Так. Ну, все, поехали. Будем по горячим следам комментировать. Играем до 6 побед. Хватит, у меня финал. Звук включен. Нахуй. Че за хуйня? Подожди, у меня звук включен. Почему он у меня включен? Сука, пересоздавай, мне надо звук выключить. В эмуляторе. А зачем тебе выключать? Выключи, блядь. Я наушники даже снял, у меня громко, блядь. Какой хуй у меня включился в эмуляторе звук, блядь? Хуй его знает. Я все время звук играю. Наверное, когда в прошлый раз настраивал, у тебя эмулятор вылетел там или завис, он тогда настройки не сохраняется. Нахуй звук. Пошел в пизду. Так, все. А там звук многое делает, музыка. Так, а теперь надо, блядь, проверить эти инпуты, блядь. Да, у меня все сбилось. Ёб твою мать. Смотрите, в гол 3 вражки играют. Разор какой-то. Кем-то двоем играют. Разор знает кто-нибудь? Нет, а, нет, украинец Разор и еще с кем-то не в гол 3 рубится на рашке. Чего ты взял, что он украинец? У него написано Разор, прочерк УА. Страх, блядь. Да сука, говно.
Что у меня за хуйня, что сбил? А, я его знаю. Тыбан знает, он айбол вроде. Честно, не совсем понимаю это слово, айбол. Нет, он вообще-то нормально играет. Это к нам присоединился Липец, знающий всех игроков в Гол 3. Ну, Рейзор, он не только знакомый по Гол 3, но еще и по Дюне. А, он помогал тестировать ее. Так что... Так, стебан-то пока создаваю. Но вот я с ним так и не сыграл в Гол 3, хотя я ему писал в личке. Он сейчас как играет на нашу. Вдвоем, вот посмотри, мы создали Гол 3. Да я сегодня повешу хак один. Не по техносу, а по индикару я там увеличил круги. В два раза, то и больше. Мало вообще там 50 кругов. Ну то есть так, чисто для любителей. Там одну вещь я справил, а вторую, наверное, я не исправлю. Ну это ладно. Тренируюсь. Вон Липец как хакер отдыхает, нифига не хочет делать. Но я как бы и не вызываюсь чего-то делать. Мы любители тренируемся по этому. Пистобанцу давай. Заходи. Так, а мне надо перезайти сейчас. Зашел, поставили запись. Чё за хуйня зашла? Что? Всё нормально. Ну поехали. Это я был. Погнали. Эстебан что-то матерится. А, мне пинг 68. Эстербан. Ой, извиняй, Эстербан я тебе подписал. Ну ладно, хуй. Так. А что, моды Б надо ставить? Ну да, очень. Это файтинг. Ну, давай. А, это файтинг. Ну слышишь, не ставь моды Б. Мы с этого сбили иногда. Блядь, я еще, блядь, сигарет не подпорил. Но. Так, Стебан слева, Тарантул справа. Айвутся, вспоминают. Да, подожди. Кто-то не понимает, что ни хрена никаких приемов нету. Ты меня особо не гоняй, подожди, да, я, блядь, это, секрет открою. Еще работаю. Охренеть. А Стебан, давай димочи его, блядь. Все, пошли, давай. Иди сюда. Иди, мой сладкий, блядь. Говно. Липец. Ставишь на кого? Даже не знаю. Я буду болеть. Я думал, ты рантул с таким методом, как меня он забанил. Если он будет использовать. Ах ты говно! Нет, это, блядь, он меня уничтожит, нахуй. Если ты будешь одной рукой курить, то да? Вот, я курю. Я курю ртом. Ты уже почти дохлый. Так, бег не принимают, не применяют. Я думаю, блин, я только стрим зырю. Сука, говно. Иди, пошел домой, в Тюмень. Воруй нет. Пока разминочка, сука. На первой драке разминочка. Так, а красненький это кто? Тарантул. Это Эстебан. Ага. Чё, Эстебан? Ну я знаю, у Тарантула своя тактика есть. Есть. Но он ее не покажет никому.
по-моему, сейчас во всей и, красе она проявляется. По сути, на разных персонажах здесь, в принципе, разная тактика может быть. Ликс, Петербург, я думаю, сейчас... Ладно, первый бой я проебал. Мне хп, блядь, говно, сука, пидорас. Говорит, тарантулом избиваю с тубаном. Ну, до 6 побед, по-моему. Здесь, кстати, очень много промахов, когда, по идее, они должны заканчиваться ударами. То есть, какой-то просчет есть в движке. Очень большой процент промахов. Поэтому это вносит свою лепту в ход игры и, в принципе, в результаты. Кстати, на нулевом здоровье здесь очень даже можно побегать еще и повоевать. Можно. Ну, почти все. Вот сейчас вот промахи пошли тупые. Ну, тупые, короче. Должны были попасть. Короче, стабан. Первый и последний бой, все. Короче. Че он там? Сейчас с Вильямсами должна быть борьба более зрелищной. Че ты муль подвинул, что ли? Что? Да Эстебан эмулятор, походу, подвинул. Картинка сдвинулась немного. Эстебан, чуешь? От волнения. Намного сдвинулось, сейчас я включу. Да нет, не намного. Просто рамка стала. Влево? Да. Ну, не смертельно, но... Ты сука, говно. Тут у кого ножик, кто-то рулит. Ты бутерброд делает. Хуй тебе. Хуй тебе. Что-то нож мало отнимает. Зато впился, наверное. Он отнимал больше, чем обычный удар рукой. Тут и игра сырая, недоработанная. Не знаю, как на автоматах этот файтинг был, но тут на скорую руку все сделано. Вот они могли лучше, вот тогда он... До этого они уже выпустили выше балла. То есть, и, в принципе, после этого вышел двойной дракон, и, естественно, можно сказать, что игра могла быть лучше уже на то время, чем то, что в итоге, чем она оказалась. Вот, кстати, тут глюк, если жать турбо-кнопку, то он нифига не ударяет, он только замахивается и все, и пользы никакой от турбо. Ах ты, сука, блядь. Так, стабан защищается до последнего. Ну, похоже, тарантул нашел ключ к успеху. А так можно? Так. Нормально. Все, почти, блин. Пошел нахуй, говно. Кидай в него, кидай. Да кидай, да, сука, я его хочу. Зарезать идеально, не равно. Блять. Ну все, кранты тебе. Боли ножик у него. Он сейчас кинет. Вот, кинул. Беги нахуй. Беги. Почти решающий удар каждому остался, но Стабана, по идее, меньше. Еще живое. Ну, да. Сдох, блядь. 1-1. Еще
Чё, блядь, пизда нахуй. Вот эти, по-моему, лидеры по тому, по непопаданию друг в друга и ударами рукой, ногой и палкой этой косые. Они вообще какие-то неповоротливые. Хотя, конечно, на бобах это отдельная тема. Пока не дойдешь до боба, думаешь, что они самые грубые, самые неповоротливые. Вот, сейчас вы видели прекрасно, как тупит игра. Четко. Ах ты сука. Смотри, ты уже, блин, третьих осталось у Тарантула. Нет, а что важно, турбо тут жать бесполезно, от этого толк нулевой. Ты замахиваешься, но ты не ударяешь. Ну что за калечная анимация, как так можно палки бить, блин, как гей какой-то, блин, не знаю. Что это за удар палки, блин, что это за анимация такая калечная? Мне кажется, это и не палка. Блин, останавливает машину. Это больше похоже. Такой жест. Обочину. Документики ваши. Тарантул не решается нападать. Ага. Так они же разделены, бьют или нет? Да. Вот так вот ногой выбить. Только это не так эффективно. Попасть еще надо. Ну это один из самых нудных матчей этим персонажем, включая Абобу, наверное. Они жутко косые. Тарантул пытается что-то сделать, но... Но Эстебан не подпускает его. Вот, почти. Где же должен был дать по морде с ноги? Ах ты сука. Тарас. Прокатило. Опять не прокатило. Интересно, что тут таймера нету, то есть время не заканчивается. Да, тут можно играть до бесконечности. В принципе, бесконечность Тарантула все меньше. Его здоровье. Да Тарантул ногами бей его и все, уже на удачу тут, потому что так нифига не сделаешь. Там преимущество слишком уж большое, на что-то надеяться. Да хорошо, идите вы говно, молчите. Вот и все, почти. Так, все мимо. О, выколотил. Дурь. Ну не... Кому же достанется палка, выручалка. Бану. Чё это, чё? Всем здорово. А, Мафута явился, походу. Привет, это чё это? Привет.
Чего? Финал по двойному дракону между Стебаном и Тарантулом. Че, Тарант сейчас проиграл, да? Да. Ну, сейчас от он на линзах отыграется. Какой счет? 1-2 в пользу Стебана. Вот я не понимаю, тут неудобно, что тут линды другое, ну, выворотку цветов имеют. То есть, второй игрок синий, первый красный. Да, это очень логично. Надо бы перекрасить. Линда, Линда, Линда. А тут вообще-то. Сами по себе ужас наводят, страх. До скольки побед? До 6. До 6. А если баня, что еще попало? О, Мафута, а ты с Тарантулом не хочешь баскетбол про это? Стримить финал. Какой финал? Твоего баскетбола прошлогоднего. Такой нахуй, мы должны такой баскетбол обычно играть. Прошлогодний баскетбол финал надо застримить. С тобой причем. Ну. И останется только айс-хоккей. Мы же его стримили, баскетбол. Нет. Файтинг стримили. И баскетбол. Нет. Или нет? Нет. Нет. Ну я, по крайней мере, не стримил баскетбол. Давай, не раздавай. Так, Тарантул наступает. Ты же синий, да? Я синий. Тарант синий. Да. В прямом смысле, переносном. Так. Жизнь у тебя красная, да? Да. Блядь. Я синий, а жизнь красная. Ты говно! Пошел нахуй! Ты куда больше стокивай? Уша, мне мочит. Равнял. Внял здоровье, чтобы. Хуй тебе. Хуй тебе. Похоже, по решающим ударам каждому осталось. Нет, не меньше, блядь, сука, чем мы. Да нифига, он же первый до нуля дошел. Ну первый до нуля, ему меньше ударов нашел на нуле, блядь. Ты меньше сука. Разговаривай. А. Да раз, говно. Да, ну, кто кого? Да, это было четко, красиво. Бля, задержка, конечно, пиздец у нас тут. Да. Ну секунд 5, как я понял. Ну, этот блок. Такая пощечина была смертельная. Да. Давай, Таран, сосредоточься. А че из того? Чаки. Рафаэльский. Вот видишь, он, блядь, уже как бы. Так, тут звук, наверное. Фиг просты, с мячаками кто? А, Таран был, да? Блять, сука. Опа. Красиво выбил. Так. Блин, они заебись. Это мне нравится. Сосредоточься, сосредоточься, блядь. Блин. Ты говоришь? Говно. Хуй тебе. Хуй, блядь. Тоже Таран почувствовал силу. Почувствовал добычу, блядь, сука. В виде тюменской нефти. А я не в ту сторону повернулся, блядь, тут говно. Хуй тебе. Все потерял. А, что упало, то что, пропало. Что это? Пожелтевшая. Вот так его. Ты болеешь за Стебана, так понял, да? Я? Ну вообще я часто за тебя болею. Нет, я из Кенбеза спрашиваю. Почему? Не знаю. Обычно ты всегда против меня болеешь.
Честно говоря, тут предпочтений особых нету. Ну раз Стебан под диваном, а ты в редколе, то как бы. Ладно, болеем все за Лукашенко, как хочешь. Ну если бы Стебан был, ты болел бы за него, да? Там фиг его знает. Ты не отвлекайся на эту херню. Болел, блядь. Выздоровел. Дипломатичный скинбейса. А, тут и блок есть. Просто Стебана пора уже остановить с его отрывом. Уже запарил с этими золотыми сертификатами. Стебана может установить только Стебан. Общее зло, как в Формуле 1 Феттель для всех, так и Стебан. Что первый. Фут остановили, пора Стебан остановить. Феттель. Кто такой Феттель? Да, говнюк там года 23 уже 3 титула подряд завоевал на самого. Бля-бля-бля. Чё, боишься меня, да? Стоба. Так, игра перешла в русло туда-сюда и не то не сё. А чей там скинулся, слышу, блядь? Эй, Тюмень. Хуба-хуба пришёл, я так и понял. Тут за вообще порожнику. Ах ты сука, а блядь, говно! Может он чем-то занят еще параллельно? Так, я смотрю на это извращение. Так, это Хуба что ли? Да. А кто за кого болеет, раз тут собралась целая галерка? Чтобы оба сдохли. Я бы не сказал, давай, Трампу, я бы сказал против Эстебана, потому что его пора нагонять. Бля. Блин. Я против всех, это не файтинг, это извращение. Не, кстати, интересно, чтобы мы тут еще не косили так, не промазывали друг на друга. Ну да, Хуба-Буба ценитель файтингов, любитель НКД. А это, сука, у МК-3, сука, любит. Я ему сейчас пизды дам, говно. Все больше, блядь. Гранту нашел стим для победы. Сразу поменялся ход событий в этой встрече. В этом раунде. Затяжной статус-кво. Теперь подход к концу. Так, потом обоба, наверное, будет. Это вообще жесть. О, четко. Будет красиво там. Подножка. Че, у меня одна палочка. У тебя нет палочек. Понял? Импотент. У меня палка есть, а у тебя нет. У него две палки есть. И цепочка, блядь, между ними. Иди сюда! Подножка, ну. Осторожно. О, четко, да. Так, загробастал. Сука, тут даже, блядь. Да ногами его замучи и все, блин. Да, сука. С этими нунчаками неповоротливые они. Да, но. Убойный, блядь. Положи на землю, что рядом, и мочи все, что к ним подходит. Он тебя ловит именно на них. Да я знаю, я уже понял, блядь, но я хочу этой хуйней поймать. Ну вот видишь, он тебя ловит, блядь. Он запланировал, как он... Не давай ему тебе себя поймать. Выиграет его. Потом внизу тебя ждет, когда ты сделаешь... Блять, сука, хитрожопые, блять, оба. Да хуй ты бегаешь, блять, я осталось жить, блять, там, блять, на 21 декабря не доживешь.
Так, так, Кастабан все-таки получается. Ну давай его с палки легко словить. Сзади подходи со спины, ну в принципе это все. Ударом. О, молодец. Так. Тарантул выходит вперед счетом 3-2. Вот теперь самая жестокая битва. А тут вы по очереди, да, выбираете? Нет, по порядку тут. Ну, по порядку, от, да. По очереди, ну да. Что это такое? Что это за борцы? Это Абоба, блядь. Абоба. Герой Флэш 2. Это Абдолба. Недавний. Назад выпущенный. Ах ты говно. Иди нахуй. Я думаю, тут самое эффективное производить серию ударов рукой, и потом, когда он добивает еще там локтем или ладонями, как это. Давай, иди сюда. Или с разбега, с разбега локтем, то есть плечом. Ты сука. Блять, попади в очко называется. О, подловил. Подрезал. Так. Пельмень. Сюда. Блять, не в ту сторону. А вы говорите черепашки, черепашки. Да ты, сука, да ты глянь! Иди сюда. А, подловил тебя. Да еще раз. А кто у него? Ты почти на равных тут. Проявляет сноровку. Пытаются подловить друг друга. Тарантул пропускает. Опять серию ударов. Никто плечом не бьет. Это с разбега две кнопки. А кто хоть каким играет? Тарантул. Светлый стабан. Африки тарантул. Сука, еще раз запилил. Серия ударов. Ну тут что, уже. Да. Стабан. Эх. Сравнивает счет 3-3. Идеально. Говно. Били опять, да? Да, били. Седьмой раунд. Счет 3-3. Крутите волчок. Угу. Зрители сейчас против знатоков. Признать. Да, играем до 6 очков. А потом очков зрисин зол. Сука, форточка ебаная. Потом черный ящик будем выносить с одним из побежденных. Ты больше мне они пастухов напоминают каких-то чем. Да, дракон. А кто смотрел фильм «Двойной дракон» с Марком Дакаскосом? Вряд ли. Че не смотрел? Он такой и есть. Так, пока игра не входит в решающее русло. Вы ему деретесь, как будто у вас обобон.
не удивительно при таком счете. Такая плотная схватка. Да. Равные силы собрались из тех, кто эту игру не видел до прошлого месяца. Собственно, ошибки возрастают в таких напряженных моментах. О, подловил, хорошо. Кабан. Так, тут жуткая схватка. А, у него турбо, сука. Больше, чем у меня. Ну да, ты сейчас на турбо жмешь или как? Нет. Пусть он жмет, нахуй, а я не буду жрать. По затылку раз дал. Тубан выходит победителем из этой стычки. Лоб в лоб. Так, блядь. Кого-то плохо слышно, как сейчас говорил. Давай, внимательнее. На фото тебя плохо слышно. Внимательнее давай. Чё на паузу нажал, говно? Это не пауза. А чё это? Живый сон. А нет. Ты тарантул стоишь сейчас. Все на месте. Че ты пишешь в чате, там не по-русски? Не знаю, кого завис он. Я стою. Там у Степан двигает окошко стрима. А, да. Я тут что-то зависло, короче. Нет. Сейчас он нажмет паузу. Какая пауза? У меня в чате ничего не пишет. У меня то, что пишу, я не вижу. Ты, я вижу, что ты пишешь. А я не вижу. Это не пауза, ты пишешь. Да лаги. А, Стебан пишет, да лаги, блядь. Стоп. Мне кажется, кого-то эта игра утомила. Давай, вы лаги. Спасла сверхъестественная сила. Ну, где плеер из лаг? Кто лаг-то, блядь? Чего не пишет? Архилаг, гулаг. У меня вообще окно закрылось. Чё за хуйня? Ну, вышел из игры, я вышел. Как раз начнете со второго круга с равным счетом. Double Dragon создана. Так. Давай, Таран, ты ветеринар? Смотри. Я на запись не поставил, слышь, ты персонал. Ветеринар. Давай, блин. Сегодня мне давно сложно играть. У тебя же пальцы там морозом не сводят. Вот создал. Сколько, кстати, у кого? Запись. Давай. С Артурой давай. Подпиши. Тимбейс, ты подпиши. Типа 3-3, говно. Что такое, да?
вижу. Подожди, дай скорее пожру. Так, 5 зрителей. В том числе и Хуба-Буба. А ты, блядь, Турбо? Сука. Прощаться будут. Ах ты, сука. Да. Сколько они еще тут извращаться будут? Еще половина поединка. Счет 3-3 до 6 очков. Жуть. Так, уже получше, блядь. Тренер, что мне делать? Найди бутылку разбитую. Ну, футбол-менеджер Тарантуна, он отвечает за его карьер, его глав карьерный. Скажи мне, блядь, что у меня ждут там тёлки голые, блядь, после матча шампанское. Блядь, карапа, сука, блядь. Ну тут я со спонсорами были договоренности, что ты должен выиграть Эстебану. Бля, мы со звездой. Если нет, Мафуты сам тебя отмочит. За потерю спонсоров там. Бля, назовем. Ну, в принципе, на чем тогда закончили, на том сейчас и вы остановились. Нет, там было хуже. Для меня. Да, 3-1, блядь. Ну, приблизительно. Да делайте вы уже суперудары. Хватит обычного. А тут есть, куда не есть. Ну что, пизда, блядь, сука. Ну это что, разве не файтинг? Не, вот что меня приказывает, что на прохождении в режиме битэмапа больше приемов, чем в файтинге. В одной и той же игре. Там, когда прокачиваешь все сердечки, там больше приемов. Там и лежачего можно бить, и за голову хватать, и там еще что-то. А меня этот момент прикалывает. Да, это непонятно. Блять, сука, Кличко, сука. Смотри, как он цепку сзади. Четко, да. Делай так же, блять. Сзади пристраивайтесь, кошмар. Попробуй обман поделать, короче. Остановись в позу, но удар не наноси, он тогда. Еще и в позу стать? Ужас. Я, блин, лучше как цапля постою сейчас. На коленках попробую. Тут ловил. Да, Стебан хотел зарядить в спину с ноги. Не вышло. Блять, два раза. Еще раз подловил тарантулу. И еще раз. Обманка! Вот блядь. Так, блять. Сейчас обманку сделаю. Сука. Да какой ужас. Никто не хочет в черепашек, нет? Да ты чё, это интересно? Да вы чё? Ты же не кураж, двухмерный файтинг. Ты глянь, какая игра! Герои-то какие, двойные драконы. Сука, глянь, какая игра. Глянь,
Главное дело, кто технос. Гришка, ага. Но сука! У Стебана был шанс тебя замочить и все. Что он как-то был. Пожалел. Он испугался меня. По загривку. Типа он поиздеваться хочет, типа уверен в себе. Да, блять, вряд ли. Да говно. Ну, сука, трезвый, пидорас. Он трезвый? Значит, у него, блядь, не работает интуиция, нихера, давай. Нормально. Да, блядь. Опаньки. Да рулетку устроили, что ли, блядь? Тут надо именно прям для финиша сшибить с ног, наверное. Туран промахивается и пропускает от Эстебана удары. Потом сам наносит. Сзади опять Эстебана, опять сзади Тарантула, опять сзади Эстебан. Так, в одну сторону бьет. Вот так и продолжайте, блядь. Да-да-да, а то у нас как раз синхронизировалось теперь. Как-то слишком много слова «сзади». Ну, блядь, что спереди лучше? Как раз правильно, вот если бы «сзади», тогда да. Петеран подлавливает, Стебан увертывается. Ну и кто же кого? Тут уже все трупаки, блин, по одному удару осталось. Блин, Стебан почти Стебан попал. Опять почти. Я, наверное, устал. Петеран по лезвию ножа ходит. Все. Вот оно и все. Блядь, сука. Бел Тарантул. Здравствуйте. Все нахуй, пизда все меняется, все, блядь. Между тем в Редколе 6 человек. Так это финал. Иди нахуй, блядь. Да. Ножа, блядь, говно. Еще какой? Понял, блядь, иди нахуй, сказал, блядь. Пошел нахуй от моего ножа. Я сказал, пошел нахуй. Мой нож. Ааа, ладно, твой. Нет, мой. Нет, мой, твой. Вот это самое эффективное оружие в файтинге, нож этот. Табан защищает нож как самого себя. Так. Владелец поменялся. Пошел нахуй. Давно. О, он уже труп, блин. Почти. Нифига себе. Так, Эстебан выбивает нож. И опять начинает серию ударов коленями. Это комбо! ZXXYZ. Очень сложно сделать, да? Начинают прыгать, как горные бараны. Ну, Тарантул еще живой. Эстебан. Эстебан кидает ножик в стену, пытаясь этим пугать Тарантула. Мрачный танц. 4-4 счет. Дорогие друзья. А, кстати, бульдозер появляется сейчас где-нибудь в сети? Он в Редколе сидит, в другой комнате. А-а-а. Он наоборот только удаляется. Ага, точно, о чем там сидит? Он музон там гоняет, блядь. Он бухой, наверное. Дэвид Телл, да, как его там читают, это тоже в другой комнате. Да, видите, не Дэвид Телл. Так, все, я здесь. Бля. О. Ну все, я тебя сейчас убивать. 4-4, Эстебан появился в Редколе. Я не хочу этим, давай, может, тут и Линда, и Чино выберем. Ну или смотри, нет, сам пофиг, давай. По порядку, блядь, давай нахуй. Давай. Долгаем просто. Эстебан почуял неладное в этом матче, в этом раунде. Не, ну реально, когда одна драка длится, херная скука.
Ладно, поехали. А как эта хуйня бить? Вот, блядь. Что это за звуки? Да этот поливает. Это под мышкой себе. Растением. Заливает. Как интересно. Да ты сука. Ты раньше был, блядь, это ваши комментарии не слышал. Они меня возбуждают, блядь, сука. Мочи, сука. Да, да ты загляй. А ты рано прятаешься. Так, все, теперь я буду тормозить. Теперь я буду хлеб зарабатывать. А ты так, беспризорный мент, сука. Главное, так не означает, бьет так аккуратно. Иди сюда. Иди сюда. И тут игра... Пока он там ногу развернет у тебя. Переходит в... Да все! Бесконечное... Началось дело. Да все, блин. Мы прошли сквозь друг друга. Да не получится ничего тут. Мне эта стена слева напоминает принц Перси, вот первая ассоциация. Ох, сука! Нахрен я взял это говно, блин. Отдай мне, блядь, выкинь. Да я тебя бошку ей ударю. О! О! О, работа тут говно, да? Так. Говно заработало. Все, мое. Сука, нет. Эй! Да ты кредит! Жадность Эстебана почти сгубила. Слушайте, дайте я Ваську отпишу быстро, а? Постой, постой. Иди сюда. На, ну ставил, ладно, ставил. Постой, сейчас. Быстрее. Это менеджер Эстебана, что он пишет, консультирует. Чё? Да, все, поехали. Сюда. Пошли. Бхам, сопли вытянул. Чё, охуел что ли? Да ты бля, да пошел. Чёртик не заебали. А, я тут... Да ты Аську вырубить, а? Сейчас, стой, подожди, Аську вырублю нахер. Что тут стримишься, как сейчас говно вылазит. Сейчас Линда начнется. Все, давай, погнали. Даже ты далеко не погонишь. Да я просрал бы уже быстрее, вот. Если честно. Я, сука, со всех сторон отвлекаю, блин. Так. Стебан пытается найти оправдание своему проигрышу. Да нет. Так, счет там 4. Либо последний, либо предпоследний. Ладно. Окей. На тебе сюда. Ах ты га. Бомба, бля. О, блин. Ни хрена себе. Сука, блин. Жестокий бой девушек. Ох. Да нахрена ты два раза кулаком машешь, девчина, сука. Истерика. Ой, ты чё, блядь? Чё, проигрываю, чё? Чё до этого-то, а? Чё до этого? Блядь. Да ты сука, иди нахуй.
У Тарантула спичка в трусы упала. Горячая. Так. Ух ты. Чмок-чмок. Кожа стабан тут идет к победе. Еще какой си. Жестокий мордобой, лоб-лоб, блин. Че, какой счет-то? Тарантул ведет 5-4. Нихуя себе. Ну куда тебя плохо слышно? Нихуя себе. О, нормально теперь. Тренер, съебись, ты когда не в сети, мне лучше. А, ну ладно, я тогда выйду пока. Yeah. Сберка хуй его, блядь, иди отсюда. Ох ты, сука. Подрались две шлюхи. Ой, другом, животик. Чтоб, сука, не рожала больше. Там джиммер в животе. Отлично. Итого 5-5. Вот сейчас будет дело, но... Тарантул. Подожди. Решающая схватка Абобо против Абобо. Стебан против Тарантула. Стебан. Лево Тарантул. Справа. Счет 5-5. Решающая схватка в финале по золотому чемпионате по двойным драконам. Подожди. Ты там бухаешь или нет? Да нет, нет. Блядь, так интересно нихуя. Понятно, я вчера, потому что очень сильно. Тарантул не умеет с трезвыми играть. Ну чё? Готов, нет? Да подожди. Да мне быстрее нужно отыграть. Да хуй твоя. Быстрее сейчас золото взять и идти. Да хуй тебе. На руле. Ну короче, чё? Давай. Тарантул заправился-то солом. Давай. Чё, давай, готов? Давай, Эстубан. Ну погнали. Всё, последний бой. Всё, пизда. А, этими, кстати, не Абобо, а этими, китайцами. Да. А, ну это нормально. Давай. Это что, Тарантул с нунчаками, похоже? Давай, Таран. Камо! Да вот единственное нормальное оружие — ножик, остальное — говно вообще все. Хер попадешь. Ну эти хоть далеко бьют, походу. Ну далеко, но вплотную это вообще ни о чем. Опа. Вот. Прыжки выносит. Так, говно остается лежать на земле. Сука, ты что, попасть-то не можешь, говно? Ух ты. Тарантул все-таки подбирает. Здорово, пацаны, ебай. О, здорово. Как? Здорово. Привет, привет. Здорово. Засыпает. Где-то я это уже видел, в ЧП Дейли, помнил. Да нет, группа. Да, да, да. Что? Это на втором уровне. Это Ивановский так танцует.
Ща, не ссыте, ща, быстро. Давай. Опа. Лобли. А ты, сука! Ставит. Красивая связка была. Ты, сука, блин. Я равный бомба. Счет 5-5. Тюмень, блядь, Тюмень, нахуй. Ненавижу Тюмень, блядь. Получат в гриву тазанту. Ящиком, ящиком. Ой! А, ну я... Так, так. Потому что главное, еще не теряют преимущество. Не хочу это говно брать. Выбивают в дури с Тарантова. Ну чё, вы там в ДД сыграли, не? Играем сейчас. Стрим, кстати, идёт. Играем? Да. За бобы давай. Так. Сплошные удары мимо. Конечно, Тарантул только ногой махать. Как мне чечак вообще с пользу мало. Стабан рядом крутится, как... Засыпает синий! Как шмель. Понеслась! Надо, короче, чемпионат по синхронному плаванию ебануть как-то. Ну да, на по базе. Синхронному бегу. На базе. Засыпает синий. Урбаган. Так, Тарантул выровнял. Здоровье. А кто есть? Кто вообще? А, Стебан. Синий, это Стебан, наверное. Да. Стебан. А счет какой сейчас на данный момент? 5-5. Да, нихуя у вас тут. Да. Пора уже за бобу играть, да. Тарантул сейчас сравняет. Нет, не сравняет. Блять. Не сравняет. Что-то Стебан живучий. Уже пропустил 5 ударов. Так, палочка ни к чему. О, тихо, тихо, тихо. О, иди, братишка. Сюда. Нервы на пределе. Да. Опа. Нужна максимально собранность, чтобы подловить другого и не пропустить самому удар. Это сделать как Стебан. Это пристрелили ворона. Мафута сказал пару слов. Сейчас, сейчас. Пак, секунду. Секунду. Правда? Я поближе стану. Валя. Здорово. Эй! Давай, кстати, он не видит. Подожди, стой, давай разойдемся. Разойдемся. Я не желаю, что это сбегать. На полшишечки. Все, пошли. На полшишечки. Не, вы об стену оба уебитесь, чтоб баланс был, а то говно. По-моему, от стена не отбавляет ни хрена. Нет, не отбавляет, кстати, по-моему. Или об нее много раз добиться. Не, я пытался умереть, но не смог. Да, я в нашем матче, кстати. Мы не дали ему суицида, блин. А, ну-ка. О, блин, четко. Оператор еще жив. Володь, гарпунчик, ау. А, бульдозер, скажи что-нибудь, чтобы я выиграл. Хлебушка принёс, братишка. Ёлочка. Лучший файтингист. Встанет шишка. В драконе. Опа. Ну, похоже, Стебан тут уже все ведет. Я уже не человек, блядь. Я зверь, нахуй. Два медали. Чтобы еще больше уйти в отрыв от всех. В общем зачете. Нахуй. Да, зачет, конечно. Зачет.
Очко! Рантл до последнего. Зачет пойдет за четку. Противостоит этому. Какое напряжение. Негуманному неостановимому дьяволу. Белому. Ну так. Что-то пошло мимо, мимо. Не попадает он по стабану. Букерок. Сука. Опа. Ой. Ой. Все. Красиво он добивает. А теперь фаталити. Выиграл медаль. Ладно. Блин, упорный финал получился, да. Ладно, все. Интервью. Тарантул возвращается к своему любимому серебру. Ладно, что интервью, я не знаю. Тут мог он победить, я. Всем спасибо, кто смотрел. Ну или что еще? Спасибо. Ну просто я сегодня нашего. Ладно, короче, я пойду по телефону поговорю, не надо. Стрим пока идет. Ну чё, Тарантул, как ощущения? Гада была близко? Бывало так. А ты предполагал какой исход? Я да хуй знаю. Я же матчи эти не смотрел. Да, я тут с Табаном не играл. Как-то. Нормально. Кроме меня. Ну, как я понимаю, вы на раунде. Сегодня слил. Ну да, я такой счет сыровый. Суровый счет 6-5 и суровая финальная битва. Рыбколик в чате. Бульдозер дает ссылку на YouTube. Это таран, чтоб повеселей спалось. Ага. Смучить будет. Я час 20. От утраченных возможностей. Тарантул, какие у тебя впечатления? Вот. Нормально. Фатинг от его реализации на железе. Говно вообще. Чё? Чё, идти на улицу? Чё, сходить? О, кто поёт, кто поёт? А чё, зачем? Пресняков, наверное. Или Турбаган. Есть? У меня просто... Могу ты хатчики опять? Ну да. Тебя хатчики опять напрягают, блядь. Как ты можешь в Москве его или хатчики подавать? Надо портативную Зигу покупать, а то это совсем. Кстати, Мафут, можешь погромче сделать микрофон, а то как-то плохо. А то хатчиков не слышно, да. У меня, к сожалению, охуёво. Дело не в громкости. Так, что у меня у самого палка на 100 рублей. Чемпионата поздравляем Эстебана с победой, с Тарантула со вторым местом. Бульдозер отстегнул. Был финал. Ну ладно, спасибо. А что сейчас будете делать? Играть в баскетбол, блядь. И я носился буквально там на... Рока нет. Слушай, а это, блядь, я так понял, Рок, он, блядь, когда говорил до пятницы в больнице, так понял, он больше не появлялся. Не, он, походу, на эту неделю в больнице. Ну, на следующей, нет? Которая была. А? До пятницы, пятница уже прошла. Ну, ну что это, блядь, удаляйте нахуй, бульдозер, короче, будет за четвертый ебашить. Стряк он там в больнице, походу. Понял. Повязали. Ну он Тарантул как раз навестил там. Бы его. Да, конечно. Так они уже больно, далеко. Больно, наверное, тоже в больнице. Не умираю, бля. Ну то, Куба здесь, но редкое. Нету таких. Хубы нету. Но он Вася, вон он есть. Хуба под рукой.
Хуба-буб всегда беру с тобой. Короче, вы там баскетбол отыгрываете, и Тарантул, подумай насчет стрима по... Чего? По финалу. А, ну это после того, как баскет играем. Ну да, ну, не так, не вперед. Так, ну что, стрим, в принципе, уже должен тут закончиться. Стабан куда-то свалил по телефону говорить, я свалю на кухню. Ну, долго, а музыка там включена в стриме, нет? Да-да. А, музыка, да, и заставки. Во-во-во. А, заставок нету, картинок. А музыка играет сейчас, звук включу. А, играет. Угу. А, так игру не вырубили, кстати, еще. Там меню красивое, просто такое динамическое, много кадров разных. Это самое, Андрюха, Дернуха. Зурбаган! Покажи им. Пойду покажу унитазу свой, блять. Давай. Писю. Да, пусть удивится. Так, ладно. Шиш. Ладно, я пока с Рудкола выхожу, если что, я Васьки. Давай, приятного. Полтора свинью собрал. Во-во-во. Кожа Стебана сожрал его собеседник по телефону. Куда-то он исчез. О, чё, Ханя отписался, заебись. Угу. Тын-тын-тын. Он мне карточку подгоняет. Что за карточка? Ну, бикури. Мне для коллекции не хватало. О-о-о. У нас с ним почтовая переписка. Передача, точнее. Интересно, тын-тын, чё он теперь его? Чё-чё? Продаёт или как? Продаёт? Не, ну как бы он мне отсылает там, блядь, два картриджа, и я ему тоже один фамикомовский, правда, но похуй. Просто бикури вообще нереально найти на всякой пиратке, по крайней мере, в Москве. Ну, если в Москве не найти, блин, то... Не, у него вообще другие регионы. Я молчу. Ну чё, стрим заканчиваем или чё? А, блядь, ну да. Интервью все взяли. Ты еще надо. Ебать, крючки у кого? Таран, ты ебал, блядь. Крючков выключи. И детей маленьких. Сука. Ладно, я заканчиваю стрим. Всем спасибо, кто смотрел. Это был финал по одному. Да-да-да, с вами были... Мы. Играли... Кто, сморчки? Тарантул и Стебан. Сверчки. Победил Стебан. А. Бля, а чё за сверчки-то, реально, ебать?
Во-во-во. О! Волшебное слово, что за говно? Да ты, блядь. Блядь. О, Хуба, Хуба заходит, уже пройдет. Хуба, здорово. Кто там? Выключи детей, я 5 баксов на PayPal скинул, либо. И сверчков, блядь, я еще. Ну чё, блядь, кто там? Самый смелый, ебать. Блядь, блядь. Ну пошли, пошли. Да хуй, блядь, с тобой идти, блядь. Ну проебёшь и пойдём. Тарам-парам-пам. Кроме лимит, блядь, я хуй его знаю, блядь, почему.